Очередная покупка на сайте Gearbest. Это вот такой вот адаптер для CD-карточек. Такой прошло упаковочки. Представляю себе вот такой вот адаптер. Открывается. И в него вставляется флешка. Теперь посмотрим. Так, разобрался. Вставляется она вот так вот вверх. Конечно, там не очень хорошо, но вот так вот. Вот так вот флешечка вставляется. Выглядит так вот. Ну, вот получается такая флеш-карта.